Добрый вечер, дамы и господа! Всем здравствуйте! Оу! Нифига себе, я думал, вас придется уговаривать это делать, а вы в хорошем настроении сегодня, друзья, и погода нам не помешает. Я рад приветствовать вас на галоконцерте 5-го международного открытого фестиваля чистой музыки. Ура! Понимаете, в чем дело? 22 города. Есть у нас 22 города, и эти города особые. Дело в том, что они имеют отношение к атомной энергетике и обнаружили у себя в городах людей, у которых есть энергетика творческая. И эту творческую энергию сегодня, друзья, они вам здесь покажут. Наш гала-концерт сегодня пройдет в удивительном формате. Дело в том, что участники, которые, собственно, на фестивале себя уже зарекомендовали, будут сегодня, как бы это сказать, вместе делать сейшн. Есть такое слово, знаете вы наверняка. Если кто-то не знает, можете погуглить. Прекрасная связь сегодня. Так вот, сейшн с теми людьми, кто хорошо себя зарекомендовал в тех или иных направлениях музыкальных. А какие будут у нас музыкальные направления? Все точно так же, как и стороны света. Север, юг, запад, восток. Значит, на север это у нас будет классическая музыка, естественно. Юг — это у нас джаз, потому что вы знаете, что чернокожие музыканты сделали много для того, чтобы развить это направление. Запад — это, понятное дело, рок, и восток — это наше родное. Авторская песня и, конечно, поэтическая стезя тоже там будет присутствовать. Но, друзья, я хочу сказать, сегодня гала-концерт особенный еще и вот почему. Все, что здесь будет происходить абсолютно вживую. А это значит, что иногда будет требоваться некая пауза на перестановку. Естественно, что мы с вами, как тоже живые зрители, будем помогать артистам, да? Ну что ж, мы начинаем, и я объявляю первого участника. Под ваши громогласные аплодисменты, естественно. Гала-концерт открывает номинация «Классика», и в этой номинации на сцене появляются лауреаты. Они уже лауреаты фестиваля чистой музыки. Группа «Терра Инкогнита» из Всеволжска. Встречаем группу. Вот они появляются на сцену. Выходят красивые, талантливые. Немножко им холодно, как и нам всем. Но у вас-то есть зонтики, а у них нет. Поэтому давайте поаплодируем группе «Терра Инкогнита», друзья, вживую для вас. Несмотря на дождь и отрицательную температуру в некоторых регионах Российской Федерации, сейчас прозвучит живая музыка, музыка в стиле классика. Встречайте! Thank you.
Всеволжск! Спасибо вам, ребята! Это идеальная музыка для сегодняшней погоды. Ну и во-вторых, конечно, я хочу объяснить, почему Terra Incognita, потому что так они и не определились, кто у них солист. Поэтому Incognita. Сейчас, друзья, в стиле классика, в номинации этой, на сцене покажутся метры в этом направлении. Хотя, на самом деле, конечно, я к чистому жанру их бы не отнес. Это ребята, которые с одной стороны играют классику, с другой стороны играют фолк. Я вообще считаю, что они двигаются прямо в направлении хэви-металла. И вы поймете, почему. С одной стороны, это коллектив чисто акустический, с другой стороны, он потихоньку переходит на электронное оборудование. Так или иначе, цифровая эпоха, я думаю, заденет и их тоже. В общем, хочу объявить международный, дамы и господа, коллектив. Именно так меня просили они объявить. Международный и очень популярный не только на нашей планете. Дамы и господа, Cherim Quartet! Встречайте! Квартет! Для вас, друзья, фантастическая энергия акустического звука только здесь, только сейчас, в нашем галоконцерте. А сейчас обещанная импровизация, как я вам и говорил. Попробуем сделать это вместе. Итак, Сейшн. We'll be right back.
Дамы и господа, Виктор Терешкин из города Сарова! И вместе с квартетом получился замечательный квинтет, терем-квинтет. И, конечно, с Виктором вместе он звучит интереснее. Спасибо вам, друзья, огромное! Спасибо! Слушайте, мне очень нравится, что сегодня не просто идет дождь, а, наверное, как и вы любите, он идет прямо на сцену. Ну что ж, дорогие друзья, у нас настало время для официальной части, и я хочу пригласить на эту сцену. Под ваши, естественно, аплодисменты губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, директор акционерного общества концерн «Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция Владимир Иванович Перегуда и Алексей Владимирович Иванов, глава Сосновоборского городского округа. Мы просим вас, дорогие друзья, выйти на сцену. А вы с этой стороны, здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте, добрый день, здравствуйте. Это микрофон, это гала-фестиваль. Пожалуйста, кто начнет? Добрый день, уважаемая молодежь Росатома, сосновоборцы, дорогие ленинградцы. Я хочу сказать, что Сосновый Бор становится такой фестивальной. Хотелось бы, наверное, чтобы еще и стал культурной столицей Росатома, потому что здесь традиционно уже 5-й год проходит фестиваль. Он начинался как фестиваль авторской песни. Сегодня фестиваль расширил свои границы. Сегодня фестиваль, где представлено несколько направлений музыки, объединен одним названием «Чистая музыка», «Хорошая музыка». И очень приятно, что в Сосновом Бору, несмотря на погоду, состоится гала-концерт. Я, во-первых, хочу сказать слова огромной благодарности Росатому за то, что хватает сил в это непростое время заниматься культурой, заниматься музыкой. Огромное спасибо вам, кто в дождь пришел сюда на фестиваль. Это тоже дорогого стоит. Значит, вы искренне любите музыку. Это здорово. И благодарность всем, кто принимал участие в организации проведения фестиваля, особенно участникам фестиваля. Сосновый Бор, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Привет от атомщиков города Сосновый Бор. Ура! Здесь сегодня на нашу гостеприимную землю приехали из 22 городов атомной отрасли более 350 участников. Спасибо большое вам за то, что вы нашли время и привезли свои талантливые произведения на суд наших благодарных зрителей. Мы очень долго готовились к этому фестивалю, фестивалю творчества, фестивалю, где вы общаетесь, развиваете свои отношения. И я уверен, что фестиваль удался. Все талантливые люди показали свое и по достоинству были оценены. Я поздравляю всех с этим праздником и надеюсь, что эта традиция здесь у нас будет продолжаться и дальше. Ждем вас на следующие фестивали. С праздником! Дорогие друзья, уважаемые сосновоборцы, дорогие гости нашего города, вы все видите, что те надписи на плакаты, которые у нас, город, который хочется жить, мы устремлены в будущее, это все становится реальностью. Поэтому я сейчас хочу, чтобы вы сами себя поприветствовали и пожелать вам хорошего настроения. Ура! Ну что, друзья, я обещал вам, что будет импровизация сегодня. Давайте попробуем сделать еще одну. Дело в том, что мы сейчас переходим к номинации, которая называется «Авторская песня». И как любая импровизация, здесь, собственно, участие добровольное. Но дело в том, что я считаю, что здесь мы просто должны попробовать объединиться. Почему? Потому что авторская песня – это наше родное изобретение. Невозможно себе представить, что к нам бы с Запада пришла эта культура, да, или откуда-нибудь с юга или с севера. Мы ее как бы придумали, и естественно, что внутри этой культуры у нас есть свои звезды, и я сейчас, друзья, их буду объявлять под ваши аплодисменты. Итак, дамы и господа, на сцене легенды авторской песни Александр Городницкий, Галина Хомчик, Валерий Вадим Мищук и Александр Мирзаян. Я прошу наших гостей, если они это пожелают, присоединиться к нашим исполнителям и жахнуть сейшн. Вы не против? Итак, друзья, сейчас на ваших глазах произойдет объединение
всех стоящих на сцене людей вот в этом мощном порыве именно авторской песни. Я думаю, что и вы присоединитесь тоже к этому замечательному сейшену, потому что все, что будет исполняться сегодня здесь, а вы знаете, что авторская песня — это, конечно, песня, которая объединяет огромное количество людей, возрастов, поколений, я бы даже сказал так. Остались какие-то буквально мгновения до того, как мы можем все это услышать. А я напоминаю, что сегодня весь фестиваль проходит абсолютно вживую. Никаких фонограмм. Причем, понимаете, при сегодняшнем развитии техники это было бы сделать очень просто. Но мы решили, что все-таки нам нужен живой звук. Потому что именно живой звук имеет право называться чистым звуком. Чистым звуком и чистым фестивалем не может называться то, что сделано неискренне и не по-настоящему. Итак, у нас все готово. Дамы и господа, встречайте! Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёд со стороны, напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, полы горят поля. И встань, гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. И свет дневной не радует, и ночью не до сна. И красоту снарядами уродует война. И красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершил бы в беду. Не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Браво! Спасибо огромное. Давайте поблагодарим отдельно, друзья, Александра Юрьевича, Владимира Ивановича, Алексея Владимировича, что они участвовали в нашем сейшене. Мы говорим вам спасибо. Но мы не прощаемся с классиками жанра, и, конечно, авторская песня продолжается. Пожалуйста, друзья, микрофон ваш. Мы споем еще одну песню Александра Городницкого и скажем еще, что нам помогает Лев Кузнецов. Лев Кузнецов. Надеемся на вашу поддержку. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по адресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкой. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а
дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по Аврису. На это место уже нету карты, плывем вперед по Аврису. Браво! Спасибо, друзья! Мы поздравляем вас с весной! Да. С наступающей весной! Это называется выкликание весны 19-го года. Вот идет по свету человек сюда, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцу видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердцем валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Вместе с вами! Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Австралию без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, снеговые горы тают, и не до сна, товарищи, господа. И не до сна, приходит время, люди головы теряют, люди головы теряют, и это время, и это время называется весна. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. С праздником! С праздником! Спасибо вам огромное! Что такое осень? Это весна, друзья. Вот так правильно надо было петь знаменитому нашему исполнителю Юрию Шевчуку. И мы говорим огромное спасибо авторской песне и, собственно, коллективу, который представлял легенд этой авторской песни. Но я, друзья, говоря об авторской песне, вам еще напомнил, что это и поэтическая составляющая. Сейчас я представляю человека, который будет выступать в очень интересном жанре, который, ну, чисто музыку назвать, конечно, нельзя, потому что это чтение. А поверьте мне, это, да, как говорит современная молодежь, достаточно серьезный челлендж. Выйти вот так вот на площадь и при этом с поэтическим материалом. Итак, лауреат Международного фестиваля чистой музыки Яна Зверева из Новоуральска. Ваши аплодисменты. Встречайте. Яна вам прочтет стихи собственного сочинения. Здравствуйте. Очень приятно. Называется «Выжжена». Выжжена тополь у булочной изувеченной. Ветви последние скрещены на груди. Помнишь, вчерашний знакомец, высокий, клетчатый, в кепке-жакейке настаивал: «Приходи». Стоит ли? Кто-то ключами звенит на лестнице,
Рыжая девочка дразнит кота треской. В тесной хрущевке едва ли семья поместится. Что за собрание, господи, черт с тобой! Эти вокруг говорят, как трещоткой щелкают. Чертики пляшут, брыкаясь и хохоча. Вспыхнула, взвизгнула, зарезала пол осколками перегоревшая лампочка Ильича. Милые, теплые, все на улыбку падкие, головы клонят доверчиво и смешно. Выпил чего-то горячего, пряно-сладкого, обнял фантомную, бросил ее в окно. Выехал вечером и перепутал полосу. Так бесполезно молиться на тормоза. Солнечный круг надвигается, плавит волосы, красным прожектором слепит тебе глаза. И второе посвящено удивительной арфистке из Екатеринбурга. Ее звали Хелик. Такое дружественное. Называется «Сад». Хотелось бы, конечно, и заживо сад, только мертвые руки по швам висят, только вишни такие, откуда взять из семерых соседок с безумным прищуром. Хотелось бы, не спорю, и дышать ключевой росой, и ловить языком из-под яблонь грибной косой, да только воды в такую жару не выцегонить. Хотелось бы, заметно, и тебе целовать плечо, только раньше топор нас на щепочки рассечет и удобрит вишневые саженцы ключицами. Спасибо. Яна Зверева! Посмотрите, друзья, ведь происходит удивительная ситуация. Яна, сколько лет? Яна убежала, забыл я спросить. Яна, сколько лет тебе? Сколько? 24 года, Яне. 24 года. Девушка сама пишет стихи, выходит и декларирует их вот так вот замечательно на огромную площадь. Браво! Потому что мне, 43-летнему дяде, который, помните, вел еще когда-то Галилео в прошлой жизни, неоднократно говорят, что вот современная молодежь, куда она катится. Мои друзья 40-летние, это я уже не говорю про 60-летних, которые говорят то же самое, только чуть потише. И вот, пожалуйста, вам пример. Ну, браво! Браво! Именно, я не знаю, связано это или как-то с тем, что эта девочка из ваших городов, которые работают с атомной энергией. Думаю, что я уверен, что и в других городах есть такая прекрасная молодежь. Есть молодежь, которая может выйти и читать стихи. Слава Богу, она их сама пишет, она их сама читает. Они, это то, на что мы, вот 40-летние, будем надеяться в нашей стране. Потому что, конечно, у нас есть разные направления, разные стили. И сейчас, как вы видите, на сцену готовится следующая группа, которая у нас формально, конечно, проходит в номинации «Авторская песня». Но вы-то эту группу знаете совершенно с другой стороны. Хотя их материал, который вам хорошо знаком, если внимательно прислушаться, можно прекрасно исполнять, что называется, и в акустическом варианте. И, конечно, когда они появятся на сцене, они вам это все покажут, расскажут и сделают. Один лишь только вопрос, когда это произойдет. Но, друзья, я не тот человек, который, как вы понимаете, боится каких-нибудь задержек. Потому что что у меня есть у самого? Да! Четыре минуты, говорят, у меня есть. Но я думаю, что я справлюсь за четыре. Итак, друзья, специально для вас. Сейчас мы, коли у нас сегодня такой импровизационный концерт, я имею в виду импровизация, это смесь нескольких жанров, смесь нескольких участников, людей, которые действительно в этих вот направлениях чего-то достигли, мэтров и начинающих в этих направлениях артистов, те, кто стали лауреатами гала-концерта, я попытаюсь тоже вам какую-то смесь подарить. Ну, смесь неправильно говорить, есть более культурное слово «музыкальный коктейль», да? Музыкальный коктейль. Что такое коктейль вообще? Это смесь двух произведений, да? Есть один ингредиент, есть второй. Знаете ли вы вот такую песню?
судя по аплодисментам, во вторую долю. Знаете хорошо, сейчас проверим вас на знание. It's got the sun molten top. Hey! They're burning like a silver flame. Summing up beauty and love. And we know what's your name. Hey, готовы? Ну? Молодцы. Yeah, baby! Ой, хорошо. Well! Your Desire. Так мы пели всегда эту песню. Где-то в подъездах, где-то в школьных каморках, а где-то и просто на улице, как сейчас, собственно, это происходит. Да, иногда это было даже под дождем, как сейчас это и происходит. Но, как вы понимаете, это один ингредиент, старый, добрый, вы помните его. И я думаю, что не будет никаких проблем с вспоминанием ингредиента номер два. Второй ингредиент, тоже песня довольно известная. Очень она была известная, когда я был такой же молодой, как выступавшая Яна, когда мне было 23-24 года и даже раньше. Я начал ее играть в школе и до сих пор не могу остановиться. Итак, эта песня звучит вот так. Как называется? Никто не знает, да и не надо, друзья. Группа как называется? Молодцы. Нирвана с одной стороны, Smells Like Teen Spirit, и с другой стороны, конечно же, группа Venus, точнее, песня Venus группы Shocking Blue. Are you ready? Я даже сниму вот это. Я не люблю вот такой вот защищенный вокал. Я за чистую музыку, правильно подсказываешь, молодец. Дамы и господа, два в одном. Are you ready? Поехали! Burning like a silver flame, summit of beauty and love. And Venus, what's her name? Got all we one, two, three. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire. Like a crystal ice, making every man mad. Black as a dog, not she would. God would no one else had got away. One, two, three. Yeah, baby. Well, I'm your fire. Gonna cry. I'm gonna cry.
Спасибо! Друзья, самое приятное, что когда-либо мне говорили люди из зала, это то, что сказали секунду назад. Прыгай к нам. Нет, друзья, не могу, потому что я мокрый. А если я мокрый, да еще и привязан к электричеству, поверьте, не всем будет приятно со мной обниматься. У нас еще есть одна минута. Поэтому попоем уже под акустику. И, собственно, немножко придем в себя. Настроимся опять на какой лад? Правильно, на лад. Авторской песни. Настроимся мы на этот лад. Ну, а песню возьмем ту же, например, да? Как она звучала, помните? She's got it, да? Как у нее был куплет-то? А, вспомнил. It got us on a modern top. They're burning like a silver flame. Summit of futile love. И что-то не помню дальше я. Главное, помню припев. She's got it, she's got it, she's got it, ё-моё. She's got it, she's got it, ё-ё-ё. А теперь следующие исполнители, друзья, они вот прям, они сейчас набирают в себя энергию внутри, чтобы всю ее на вас выплеснуть. А мы попробуем это сделать пока без них. Есть такие песни, которые не надо учить. Я начну ее петь, и вы вдруг обнаружите, что откуда-то изнутри она поется сама. Я вас не предупреждал об этой песне, я вас не готовил к ней. Вы дома не проштудировали этот текст, но вы ее знаете. А это будет такой социальный эксперимент с моей стороны для вас. Еще раз это проверить. Я убежден, что он выйдет на ура. Вот смотрите. Мы вышли из дома. Погасли. Молодцы! Мы видели, как последний. О, здорово, дальше. Ездят такси. Спасибо вам огромное, ребята! Теперь встречайте тех людей, которые работают во всех жанрах, в классическом роке, рок-н-ролле и даже, как вы понимаете, в этом нами объявленном недавно жанре авторская песня группа Ума Турма! Здравствуйте, товарищи! А стульчик-то сырой. Раз, два, три. Опа. Раз, два. Добрый вечер. А гитарочку-то мне прибавите? Левчик. Сейчас, ребята, одну минутку прям. О! Да, только кто работает, кто не работает. О, заработал. Мы сегодня бардами, ребята, поэтому вот так под гитарку споем. И проститься споем, точно. Да, а начнем прямо с Прасковьи. Да, потому что мы всего прям три песни поем, да. Поэтому давайте все вместе, можете подпевать. Эй, ночь, уже не выследишь, если ты запутал снег.
слегка касается красавица опять. Тебя оставил твой любимый человек, и снова ты должна любовь свою раскрыть. И снова ты должна любовь свою, девушка, Прасковья. С грустью и тоскою снова одна, девушка Прасковья из Подмосковья. За-за-за на яскую плачет у окна. Провалится с небес, в окно уставится, останется смотреть, что в твоем сердце все же нет свободных мест. И снова ты должна любовь свою стереть, и снова ты должна любовь свою, девушка Прасковья из Подмосковья. С грустью и тоскою снова одна, девушка Прасковья из Подмосковья. За занавескую плачет у окна. Свет с утра запутается в шторах и цветах, которые ты забываешь поливать. Тебя не радует весна и пение птах, ведь снова ты должна любовь свою порвать. А теперь все вместе. Девушка Прасковья. Осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь так долго друг друга искали мы, и, конечно, пропали без вести. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери и потери, и года полетели за дождями метели, перелетные птицы. Только ночью не могу уснуть, странный холод в сердце прячется. Что случилось, скажите мне кто-нибудь, только осень в окно мне расплачется. Подоконник мой бьется горошин, тишину разбивая весельем. Умирали давно понемножку мы, и, наверное, было спасение. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери и потери, и года полетели за дождями метели,
перелетные птицы. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Но зачем же, зачем? Поспешили. Спасибо. Споем все вместе, попробуем. Готовы? Раз, два, три. Проститься. Спасибо большое! И нас попросили еще, да, нас попросили спеть песню Олега Митяева, нашего большого друга, и мы с большим удовольствием, конечно, сейчас споем «Лето – это маленькая жизнь». Тем более лето какое было, а, ребята? Какое было лето, блин. Так, давайте попробуем, как она играется. Она же вля... Вля, ребят. Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, долюбовался до скончания дня. Вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачно дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод, я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать.
встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Ребята, можно подпевать? Лето — это маленькая жизнь, порость тихо подрастает на щеках, порость, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же в доме, на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь, порость тихо подрастает на щеках, порость, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И пускай в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел, видик, видик про разлуку, про твое лето. А лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня. Фальшь. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь. Крепкого здоровья! Дорогие друзья, дорогие музыканты, ребята, Вовы, не уходите, для вас. Давайте поприветствуем вас так, как это нужно делать во время дождя. Давайте покрутим зонтиками для ребят. Вот, вот настоящие аплодисменты. Настоящие аплодисменты в наше непростое, я имею в виду погоду, время. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Итак, мы переходим, друзья, к тяжелому, но очень приятному моменту. Я говорил уже об этом в самом начале. Поделились пополам. Сейчас будет коротко и ясно. И я хочу все-таки понять, у меня действительно правое ухо лучше работает, чем левое, или нет. Итак, сначала работаем с вот этой половиной. Готовы? Все будет очень просто, вы поймете. I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. You'd like to... Неплохо. Все приготовились? Дети готовы? Все те, кто младше 12 лет, готовы? А мое поколение 35-45 готовы? Вы-то что орете? Я, конечно, понимаю, что здесь 35-45, здесь молодые, да, все? А ну-ка, ну-ка, стоп, сейчас только отвечают. 50 плюс есть в зале? И все впереди стоят. Купили себе хорошие билеты. Итак, запомнили, да? Децибелометр был включен. Теперь здесь. Надо ответить хорошо. I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. You'd like to... Неплохо. Вы-то что кричите?
Еще раз, это половина, потом та, потом вместе. I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. You like to... I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. I'd like to move it, move it. You'd like to. You'd like to. You'd like to. You'd like to. Вместе. You'd like to. Вот. Вы спросите меня, к чему я эту песню затеял. Потому что следующая, друзья, у нас номинация называется «Джаз». Не надо «о». О будет потом. Это у них там джаз, так себе джаз. У нас джаз — это ого-го джаз. И сейчас, друзья, я приглашаю на сцену человека, который, в отличие от Луи Армстронга, на вопрос, что такое джаз, отвечает сейчас, расскажу. Дамы и господа, выдающийся российский трубач, музыкант, педагог и телеведущий Вадим Эленкрик! Ваши аплодисменты! Со своей группой сейчас представит вам программу, а потом, как я и обещал, друзья, будет импровизационная часть. К нашему Вадиму подключится, собственно говоря, один из лауреатов, какой, скажу попозже. Встречайте! We'll be right back.
Вадим Эйленкрик и его хард-джаз коллектив. Дорогие друзья, сейчас к Вадиму и товарищам присоединятся лауреаты. Это уже, как говорится, те люди, которых вы знаете, может быть, даже лично. Кто-то, может, с кем-то вместе работает в городах. Итак, вместе с Вадимом сейчас на сцену поднимаются лауреат фестиваля Екатерина Козинцева из города Заречный Пензенской области. И Александр Андреев из Новоуральска. Попробуем сделать это вместе, друзья. Итак, импровизация сейшн прямо сейчас у нас на галоконцерте. Поехали! Thank you.
Браво! Дамы и господа, Вадина Эллен Крик со своей командой и также лауреат фестиваля Екатерина Казинцева из города Заречный Пензенской области и Александр Андреев из Новоуральска. Для вас фантастической гармонии вместе продолжили, собственно, нашу замечательную страницу, которая называется «Джаз», друзья. Джаз продолжается. Поверьте мне, это прекрасно. Понять, что мы с вами находимся как раз в медиане примерно сегодняшнего гала-концерта. У нас остался джаз, и впереди нас ждет, конечно же, рок. Но к року надо подготовиться, и поэтому я сейчас немного расскажу о следующем исполнителе, который появится на этой сцене. Только незаурядные личности, друзья, способны творить легенду, открыть себе новые грани творчества. Музыканту и пианисту Сергею Манукяну когда-то помог великий Рэй Чарльз. Впечатлившись этим замечательным блюзовым певцом американским, Сергей выработал свой собственный стиль, который вы сможете оценить буквально через несколько минут. И неподражаемое исполнение Сергея завораживает даже самую неискушенную публику в джазе, друзья. И я думаю, что вы на себе это тоже сегодня оцените. Понимание настоящего джаза, настоящий профессионализм. Вот как обычно люди отзываются о выступлении Сергея, даже если видели его впервые. Итак, это колоссальный труд и любовь к музыке, дамы и господа. На сцене легенда отечественного джаза, пианист и вокалист. Ваши аплодисменты, Сергей Манукян! Здравствуйте, Сергей. Буквально несколько минут у нас, да уже, пожалуй, секунд для подключения. Я еще раз повторю, что весь фестиваль полностью сегодня от начала до конца — это фестиваль живой музыки. А значит, друзья, все, что увидите, происходит здесь и сейчас. Никаких фонограмм, никаких, как вы видите, спецэффектов, кроме вот этой замечательной пиротехники, которую я на себе только что ощутил. В принципе, не страшно. Ну, страшно или не страшно, мы узнаем чуть позже. Но пока нормально. Дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что спасибо вам огромное, что вы здесь. Потому что все, кто сейчас находится за кулисами, официальная часть, неофициальная, все говорят, господи, как это приятно, когда люди не побоялись погоды и пришли вместе с нами сюда поддержать фестиваль. Фестиваль, напомню, чистой музыки. И чистой эту музыку делают не только исполнители, но, как вы понимаете, и наш дождь сегодня тоже немножко ее омывает. Конечно же, я уверен, что вы знаете, как бороться с погодой. Я надеюсь, не только зонтики в ходу. Я имел в виду дискотеку. У каждого с собой должна быть дискотека. Где-то внутри сердца, чтобы разогреваться. Итак, друзья, через мгновение сейчас здесь у нас будет продолжение номинации «Джаз». После этого, после номинации «Джаз», конечно же, у нас будет впереди «Рок». И я думаю, что к моменту «Рока» мы должны хорошо приготовиться, вообще правильно, друзья, развиваться именно в этом направлении, потому что исторически именно так и складывалось. Сначала был «Джаз», потом был «Рок», не наоборот. И мы с вами сегодня идем, в общем-то, в хронологическом порядке. В хронологическом порядке, друзья, мы сегодня с вами проходим как бы не только историю сегодняшнего пятого юбилейного, можно сказать, фестиваля, но и проходим историю музыки вместе с исполнителями на этой сцене. У нас началось все с классики, как вы помните, потом была авторская песня. Ну, тут в данном случае авторская песня, наверное, можно взять в кавычках, она была всегда и будет всегда, конечно же. Сейчас уже подошли к джазу, и через джаз, друзья, мы идем к року. Конечно, после всех этих номинаций у нас будет финал нашего замечательного праздника, который, поверьте мне, вам тоже понравится. Будет небольшой интерактив, о нем чуть попозже. А сейчас, если у нас практически уже готовы наши артисты, я вам еще раз могу объявить. Дамы, встречайте, дамы и господа, Сергей Манукян, ваши аплодисменты! Добрый вечер, Сосновый Бор! Ну, раз в такую погоду вы здесь, то мы обязаны просто сыграть, по крайней мере, неплохо. А хорошо, спасибо! The more I'm with you, pretty baby, yeah. The more I feel my love.
I'm building all my dreams around you. My happiness will never cease. But nothing's any good without you. Garden somewhere. We'll be right back.
any good without you. Say down. Baby, you my, baby, you my centerpiece.
Сергей Манукян. Дорогие друзья, спасибо вам большое в такой замечательный погожий день. Чтобы не сказать больше, вы с нами, а мы, естественно, с вами. Правда, у нас зонтик чуть побольше, чем у вас. Но это не спасает, поверьте. Руки у нас мокрые, клавиши тоже. В общем, зато у нас теплые, как и у вас, души. И мы с удовольствием с вами сегодня в этом замечательном городе. И сейчас прозвучит песня Beatles, которая называется «I want you». We'll be right back.
Сергей Манукян! Спасибо огромное, Сергею! Дамы и господа, продолжаем! Продолжаем Павел Чекмаковский, Сергей Остроумов и Константин Глузман, а также Сергей Манукян. Спасибо! И еще Джон Леннон и Пол Маккартни, которые специально для Сергея написали свою вещь «She's so heavy». Ну что? Are you ready for rock? Опять справа сильнее. Да что ж такое-то? Значит так, я вынужден сейчас сделать объявление о том, как следует вести себя на рок-концерте. Значит, на рок-концерте вести себя следует отвратительно. Но в хорошем смысле этого слова. То есть кричать, аплодировать, подпевать. И неважно, знаете вы песню или нет. Дело в том, друзья, что, конечно же, у нас не просто будет рок. Я уже говорил, что в этом нашем гранд-гала-концерте, гранд-гала-концерт я его теперь называю, у нас, конечно же, будет некое объединение, но сейчас на сцене готовится к выступлению не просто участник фестиваля, не просто лауреат фестиваля, а готовится группа, которая получила гран-при. Это молодые, как вы видите, и закаленные, как вы понимаете, ребята. И, ну как, вот они уже на сцене, что не видим, кричат. И поэтому, поверьте, энергетика у этой группы сносит башню. Естественно, вы понимаете, мы идем по нарастающей, и ребята только подготовят вас к следующему этапу нашего концерта, который, я думаю, будет идти по нарастающей, и энергия этих исполнителей зажжет опять нам солнце. Да, именно на это мы рассчитываем. Как вы поняли, я намекнул, что у нас все до утра. Поэтому, друзья, запасайтесь терпением, но самое главное, что принцип нашего фестиваля сохраняется. В
Все абсолютно вживую. Все абсолютно, как вы понимаете, по-настоящему. Чистый фестиваль, чистая музыка, соответственно, всегда живая. И специально для наших артистов освежающий душ прямо от вас идет на них. Ребята специально надели майки белые. Они не знали, что будет дождь, поэтому автоматически в процессе их выступления объявляется конкурс мокрых маек. Я думаю, что вы тоже можете поучаствовать в этом конкурсе, если вы давно уже в этом не участвуете. По крайней мере, я участвую в конкурсе «Мокрый костюм», и у меня получается. Итак, дамы и господа, немного о этих героях будущего Грэмми. Значит, ребята приехали из города Удомля. Аплодисменты. Группа содержит три гласных и одну согласную букву. Начинается на букву «Я» и заканчивается на букву «Я». Нет, не «Я-Я». Четыре буквы, старик. Четыре. Давайте погадаем. Итак, первое «Я», последнее «Я», а посередине отрицание «Не». Я, не я и группа из Удомля. Так изначально планировалось представить, но ребята сказали, что все-таки рок и хэви-метал с этим никак смириться не могут. Еще раз, друзья, напоминаю, что сейчас выступит представитель, который победил во всех номинациях, обогнал не только, как вы понимаете, джаз, но и, конечно же, кого? Самого всех исполнителей других номинаций. Ну и, как говорит в этих случаях Сергей Манукян, I'm a skatman! Ага, не можете как скэтмен. Вы готовьтесь, а я вас оставляю с рокерами тысячелетия. Дамы и господа, я не я из города Удомля для вас прямо сейчас. Добрый вечер, составный бар. Как настроение? Так, настроение чуть-чуть тихое. Давайте побольше шума. Как настроение, составный бар? Ай, красавцы, давайте зажгем. Чуть-чуть молодежной музыки сюда. Те, кто умеют прыгать, те, кто умеют скакать, и те, кто умеют танцевать весело. Бросаем зонтики. Начинаем веселиться вместе с нами. Группа ЕНЕ вместе с вами. Шума больше! Мне все равно. Растворяюсь я в себе легко. Поцелуй меня открытым ртом. Мы с тобой тусим. Целуй меня открытым там. Мы с тобой, как я и мой.
если б не жаль, было смазать, что ты глупая, глупая, нацелуемся губами, хоть не знаем друг друга, нацелуемся грубо, а ты такая хорошая, опускаешься глубоко, я такой безнадежный, мешаю кофе и молоко. Больше, больше шоу со Сосновый Бор вместе с нами. Мне, мне все равно, я хотел далеко посмел у меня, открытым ко мне. Мне все равно, я хотел далеко посмел у меня. Спасибо большое! Группа Яня! Гран-при фестиваля, друзья, для вас выступала только что! И мы подходим практически к кульминации. Кульминации номинации «Рок». Вы же прекрасно знаете состав выступающих. Что я буду тут вам, понимаешь, делать эти, как их называется? Анонсы. Вы знаете все. Но перед тем, как группа, а группа серьезная, подключаться будет быстро, но качественно, давайте, друзья, мы с вами тоже немножечко попоем. Гитары нет, занято, поэтому будет акапелла, как мы любим. Тум, 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 тум. Тум, 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 тум. Я сижу и гляжу в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам. Обернулся и не смог разглядеть следы, но если... Чего? Значит, на сегодняшний день и... Череп, что взлетая, лишь... Браво! Молодцы! Продолжаем. Продолжаем. Ой, какой дождь приятный. Ой, какой дождь приятный. Красиво-то как, господи боже мой. Ребятушки, давайте вместе. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, а звезды, а звезды, чуть ближе, но все так же холодны. И как, и как, ждем света, видим сны! А теперь вместе! Раз, два, три! И снится нам дрома! И дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун! Не это! Синева! Ту-ду-ду-ла-да-да-да-да-дам! А снится нам трава, трава у дома! Какая! Поем соло вместе со мной! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Вы! Еще! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла! Ла-ла-ла!
компания! С неплохим материалом, друзья. Мы подготовили золотой фонд для вас, а у вас он бриллиантовый. Ну что, вы готовы? Не-не-не-не-не. Ребята говорят рано, вы, значит, не готовы еще? Нет. Сейчас будем готовы. Зелена! На-на-на-на! И отвези! Поем для них раз, только два, для один, того, два. Чтобы они потом отдали нам всю эту энергию обратно. Один, два, три. Продолжается подключение, один. Друзья. Осталось буквально несколько секунд. Как только нам скажут, что мы готовы, тут же все начнется. Тут же все начнется. Двумя руками. Ну что, ребят, бьет что-то? Хочешь мой взять? Попробуй. А, дорогие друзья, я вам сейчас объясню, что происходит. Я в том, что я как... Небольшая вставка программы «Галилео». Что? Дело в том, что гитара электрическая, и микрофон тоже электрический, а вода – неплохой проводник. Понятно, к чему я клоню? Поэтому, когда артисты... Один, два, три, четыре раза. Иногда делают вот так вот. «Привет, привет, народ!» Это значит, что они пропускают через себя свою музыку. Вы должны к этому отнестись с пониманием. Итак, мы сейчас попытаемся устранить разность потенциалов. Ну, друзья, Чиж готов, погнали! Пока я буду разливать, братишка, поди завари. О, я хуже.
Не спит ли мне песня о любви, а не выдумать ли новый жанр попсовый мотив и стихи, и всю жизнь получать гонорар. Обою песню слушаю.
видно только что-то струна. Повалась, да сломалась перо. Ты прости, может, в следующий раз. А сейчас пора спать. Спасибо, до новых встреч. Чиш, 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 чиш. Спасибо! Впереди только больше, только мощнее, только лучше, только громче. Друзья, мы с вами на финишной прямой нашего гала-концерта. Значит, как говорил Боб Марли, если вы знаете, что Боб Марли разговаривал, музыкой можно излечить все зло и ненависть на земле, говорил он так, а я, друзья, хочу сейчас для вас перечислить все 22 города участника фестиваля. Итак, 22 города, госкорпорации по атомной энергии, Росатом, Балаково,
Волгодонск, Глазов, Десногорск. Десногорск? Девчонки, какие из Десногорска приехали, давайте поаплодируем им. Каждый, кто из своего города, кричит так, как будто сейчас будет Металлика. Дмитровград. Димитровград. Есть, молодцы. Железногорск. О, Железногорск. Прекрасно. Заречный Пензенской области. Заречный Свердловской области. Отлично. Зеленогорск. Ковров. Курчатов. Есть Курчатов. Лесной. Лесной есть? Пушной здесь, Лесной там. Нововоронеж. Есть. Новоуральск. Новоуральск. Вот они. Даже без зонтиков, смотрите, приехали со своими этими дождевиками. Озерск. Озерск. Крепкие ребята. Вообще без дождевиков. Полярные зори. Полярные зори. Саров. Саров. Молодцы. Северск. Есть Северск. Молодцы. Снежинск. Прекрасно. Так. Трехгорный. Удомля. А вот Сосновый Бор. Всех перечислил, друзья. Также участники у нас были из Ломоносова, Томска и Санкт-Петербурга. Ну что ж, друзья, мы всех перечислили. Я имею в виду все города, которые сегодня участвовали. А теперь у меня предложение немножко подвигаться. И для этого придумана очень несложная игра, которая называется «Как я вращаю землю?». Вам вращать землю не придется, вам придется эту землю перебрасывать с этой половины на эту половину, с этой половины на эту. Ну и кто победит, посмотрим через мгновение. Are you ready? Поехали! Включите нам что-нибудь футбольное. Давайте, давайте, друзья. Не-не-не. Туда, туда его, туда, туда. Где? Где Дзюба у нас? В какой команде Дзюба? Сейчас будем выяснять. Давайте кидайте мне его. Пиротехнику завалили. Аккуратнее с пиротехникой. Следите, пожалуйста, за ней. Пиротехники! У вас там что-то упало. Одного земного шара. Давайте туда дальше, ребята. Дальше, дальше от сцены. Вон оператор получил уже по камере. Да? Сейчас я приглашаю на сцену всех участников сегодняшнего гала-фестиваля и гала-концерта. На сцену, пожалуйста, друзья, под ваши аплодисменты. Просим всех, всех, всех. И вы встречайте их так, как вы встречали каждого индивидуально со своим выступлением. Также я приглашаю на сцену исполнительного директора фестиваля Александра Поважного
для, я думаю, какой-то важной информации. Александр! Я здесь, здесь, Саша, здесь. Пожалуйста, здрасте. Александр, это ваши зрители теперь. Хорошей вам погоды завтра. Похлопайте себе, вы же очень замечательная публика. Знаете, у нас есть такая традиция хлопать, аплодировать людям, которых вы не знаете, не видите. Это весь технический персонал, свет, звук, все те, кто сделали это мероприятие. Я знал, что в Сосновом Бору классная публика. И мне бы хотелось сюда еще моих сподвижников пригласить. Главный режиссер Евгений Царев, ваши аплодисменты. Главный помощник главного режиссера Тимур Ведерников. И администратор всего этого мероприятия Ирина Жабраилова. Ваши аплодисменты. Это мои друзья. И также на сцене, друзья, лауреаты. Лауреаты фестиваля. Лауреаты фестиваля чистой музыки 2018 года. А теперь я попрошу Александра сделать то, что не нуждается в объявлении. А теперь все вместе мы споем магическую, мистическую песню, которая всем тем, кто поет вместе с нами, приносит удачу. Как эта песня называется? Вы знали! Мы себе давали слово не сходить с пути прямого, но так уж суждено. И уж если откровенно всех пугают перемены, но тут уж все равно. А теперь вы вот. О! И! Что? Про! О! Ты! Пока! Молодцы! А вот новый поворот и мотор. Пропасть или взлет, омут или в рот, ты не разберешь, пока не повернешь. И пугаться нет причины, если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны. Идите сюда, идите. Что?
пока не повернешь, пока не повернешь. Спасибо! Воу! Александр Кутиков, группа «Нюанс», все лауреаты фестиваля, друзья. И сейчас, конечно же, в конце любого мероприятия всегда происходит то, что можно увидеть, только подняв голову вверх. Дамы и господа, фейерверк!